Антон, хватит ломать мандарины. В этом костюме вышел и называется за магазин за хлебом, да? А он берет и пристает ко мне, думая, что я какая-то, знаешь, профурсетка, может быть, да? Но, наверное, нет. Проснегурочка, да. Но не получилось. Так, работаем. Йо-хо-хо! Здравствуйте, ребятки! Мальчишки и девчонки, мы рады вас приветствовать. С вами дежурный по гаражу Яков Мороз. И снедурочка Антон. Кстати, почему тебе достался костюм Деда Мороза? Я за рулем, я в красном. Круто тебе. На дворе все еще декабрь, поверьте, до Нового года осталось несколько дней. Да, мы помним, что мы обещали подготовить этот автомобиль к Новому году. Ну, обещать-то обещали, но не сказали, к какому Новому году. Потому что есть Новый год, есть Старый год, есть китайский Новый год и еврейский. На самом деле, машина действительно готова. На 95% она готова, вы можете убедиться в этом сами. Да, ну после что? Такого видео я бы согласился подождать, да? Убедитесь, у нас есть еще повод оставаться на связи. Да, поэтому у нас скопилось очень много материала по сборке этого прекрасного гольфа. Это и внедрение двигателя с коробкой, это и проводка в салоне, это и выхлопная система. Не спойлеры, давай тизерочек покажем. Да. Вот это оправка 2.0. При съемках этого ролика ни одного пальца не пострадало. Как я обещал, приступаем к сборке. У меня для вас есть еще одна история. Как видите, мы уже просверлили отверстие. Провожу мастер-класс по установке сцепления. Делаем несколько движений возвратно-поступательных. В процессе съемок раздается звонок. С той стороны голос говорит: вас беспокоит из фирмы «Сакс». Коробка, заходи. Второму гольфу, второе гольфовское. Я вижу, что здесь, кроме амортизаторов, не только пружины, но еще и пыльники с отбойниками, и даже верхние опоры с поворотными подшипниками. В отличие от переднего суппорта, здесь есть где зацепиться пузырьку воздуха. Выбирая передачу, вы вдруг оказываетесь не в том месте, куда вы хотели пойти. Мы нашли середину между передом и задом, между лево и право. И давайте посмотрим, что же у нее внутри. Открываем кран. Еще раз. Проблемка нарисовалась. Это иммобилайзер. Убедитесь, у нас есть еще повод оставаться на связи. Да, поэтому мы вам говорим не прощайте, а всего лишь до свидания. До новых встреч в новом 2022 году. Поехали монтировать. Поехали. Дорогие друзья, настало время подвести итоги. Я напомню вопрос, как он звучал. К истории какого нашего бренда относятся кастрюли и почему? Действительно, в истории бренда Limfjordr был такой период. В послевоенное время мы выпускали элементы мебели, домашние утвари, металлическую посуду. Победителя вы видите на экране, и от лица нашей компании я бы хотел вручить такой скромный приз. Это вот такой замечательный бизнес-рюкзак и жилет фирмы ZT внутри. Так, меня там ждут с оливьешкой. Давай, поехали есть. Почему мы не едем? У меня валенок сразу на две педали. Ну, я побежал. Ну, подтолкни хотя бы. Обойдешься.